мы максимально приблизили к реальной данную ситуацию, которая может возникнуть на самом деле. Не дай бог, конечно, чтобы она возникла, но она может возникнуть. Вот. И как бы, ну, в большей степени провели работу с личным составом. Это подготовка, нормативная подготовка, физическая подготовка. На сегодняшний день у нас в службе аварийно-поисковое и спасательное обеспечение полетов находится современная техника, которая была куплена у нас при строительстве второй взлетно-посадочной полосы. Изучается опыт. Соответствующее обучение мы проходим в Российской Федерации и раньше проходили в центре КАО в Киеве. На должном уровне проведены данные учения, очень положительно, цели достигнуты. А все способствовало на самом деле тому, что регулярно мы проводим тренировки, регулярно проводим занятия с тем личным составом, который вот вы видели, сегодня был задействован. И коллеги из погранкомитета, с таможенного комитета и службы аэропорта, и Минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте.